Итак, врачи Ленинградской области сейчас оказывают всю необходимую помощь пострадавшим в крупной дорожной аварии с участием туристического автобуса. Сегодня утром он столкнулся с грузовой фурой на 158-м километре трассы Скандинавия. По предварительным данным, это произошло из-за того, что водитель не справился с управлением на скользкой дороге и выехал на встречную полосу. По данным Минздрава России, травмы получили больше половины пассажиров, 22 человека, 8 из них находятся в тяжелом состоянии. Выборг, куда госпитализировали раненых, направлены дополнительные бригады медиков, в том числе нейрохирург. Подробности нам сообщили в региональном МЧС. Пострадавшие госпитализированы в межрайонную клиническую больницу города Выборга. Вертолет К-32 МЧС России и вертолет санитарной авиации Медспас БЛ-244 вылетели с аэропорта Пулково для эвакуации пострадавших в ДТП на трассе Скандинавия. Вертолет приземлился во Всероссийский центр экстренной радиационной медицины имени Никифорова, где заберет на борт бригаду врачей, затем вылетит в межрайонную клиническую больницу города Выборга. На месте врачами будет принято решение о возможной госпитализации пострадавших в больнице города Санкт-Петербурга. Также в готовности к применению находится вертолет Ми-8 авиационного спасательного центра Северо-Западного регионального центра МЧС России. И вот сейчас поступили новые подробности. Как выяснилось, в автобусе ехали туристы из разных регионов России, из Удмуртии, Красноярского края, Калининградской области, Северной Осетии. Также в салоне находился гражданин Украины. Среди пострадавших несколько человек нетранспортабельны. Помощь им окажут на месте в больнице Выборга. Пятерых эвакуируют в Петербург.